Это пастор Пол. Хочу передать вам привет из Далласа, штат Техас. Я ожидаю встречи с вами, начиная с 1 мая на вашем ежегодном ретрите. Я знаю, что это чудесное время общения и поклонения, учений и подготовки. Бог дал кое-что в мое сердце, и я думаю, что мы ободрим вас и снарядим вас, поможем обрести видение, выработать стратегию для будущего. Я рад тому, что Бог делает в теле верующих в целом в Одессе, и как христианское общество собирается вместе пожинать урожай и поднимать учеников и мужчин и женщин для Господа Иисуса. Поэтому отметьте в вашем календаре и будьте на месте с 1 мая на ежегодном ретрите. Мы будем там с вами и будем готовы поделиться тем, что мы верим, Бог положил нам на сердце. Пусть Бог благословит вас, и еще раз ожидаю встречи с вами.